Многодетная мама Екатерина Бусаркина пришла в банк для консультации по финансовому вопросу. Специалист предложил обзавестись новой пластиковой картой, объединяющей в себе несколько полезных функций. Новые преимущества цифрового помощника Екатерина оценила сразу. Это выгодно, там будут скидки, так как эти магазины являются партнерами банка. Я как многодетная мама, мне очень это выгодно и интересно. Карта жителей Самарской области – идея регионального правительства. Она объединяет сразу несколько документов – медицинский полис, транспортную карту и электронный кошелек. На нее можно перечислять зарплату, кроме того, по ней будут действовать скидки или возвращаться деньги после покупок почти из 60 фирм-партнеров банка. Есть и два мобильных приложения. Это новости региона и культурно-массовые мероприятия. Помимо этого, можно будет узнать о своих льготах, а также выяснить, как продвигаются очереди на жилье и в детский сад. Доступной станет информация о социальных начислениях и выплатах. Это повышение качества жизни граждан, чтобы гражданин с помощью одной карты имел возможность получать целый перечень услуг и сервисов. Ну, то есть облегчение коммуникации между гражданином и государством. Карту жителей Самарской области сейчас можно получить в одном из федеральных банков. Скоро к этой системе подключится еще 5 финансовых организаций. Этот проект очень полезный для жителей Самарской области и удобным. На сегодняшний день у нас уже более 1000 заявок принято на оформление данной карты. Интересно всем категориям клиентов, и пенсионерам, и работающим гражданам нашего региона, а также активной молодежи. Получить карту жителя Самарской области может любой человек старше 18 лет. Для этого нужно прийти в банк с паспортом, медполисом и СНИЛС. Через пару недель электронный мультидокумент будет у вас в кармане. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.